Бейсол, take one. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас 18 октября. С вами на улице Петра Монтина. Бывшее развалин, сейчас она висит от Гулиева. Проедем немножко по этим кварталчикам. Я здесь недавно ходил пешком и вот решил немножко на машине прикататься. Вот с правой стороны дом, где жили Гусманы. Я вот в тот раз его снимал, это было когда вот дней 5-6 назад, я уже не помню. Это улица Топчебашева, пересекаем. Чебашево проехали. Старый такие вот бакинский старый город. Здесь недавно сделали ремонт, пару лет назад пришли ремонтные работы. Видите, все покрашено. Так, куда мы подъехали? Мирза Ибрагимова. Улица, не знаю, это название старое или новое. Ислам Сеферли улица. Если не ошибаюсь, с правой стороны бани. Или что-то в этом роде. Не знаю там, что это такое, с правой стороны. Проехали. А вот фантазия. Да, вот фантазия здесь, баня. Вот она, старая баня. Так, женщина. Ее много раз пытались снести, но так пока что не дает, но и не ремонтирует. Направо повернем. Диляр Алиев, это бывшая Первомайская. С правой стороны фантазия, баня. Октября 21 год. Небольшая автопрогулка по старым кварталам, по старому городу. Сочетание современного и старого. То есть с правой стороны это одноэтажки старые, с левой стороны уже новостройки какие-то. Так, здесь что такое? Япс. А, выехали к синагоге. Winter Park Hotel. Проехали с правой стороны. С левой стороны отель. Winter Hotel Park. А вот синагога. Да. Давайте здесь повернем так. Улица Расула Рзы, бывшая Карганова. Эй, парень. Там мы прошли, сходили пешком по той дороге. Давай проедем про этой. Что за улица? Бедади. Снимаю, значит, на новый гаджет. Телефон, вы знаете, я купил недавно к Xiaomi. Ну вот я снимал тогда базар в режиме 4К, да, в формате. Очень тяжелый формат, я замучился потом его монтировать и потом публиковать. Сейчас я поставил более слабый такой формат. 1800, 1080 там на что-то, я уже не помню. Посмотрим, как на этом формате снимает. Потому что в 4К, во-первых, все равно YouTube его не принял как 4К, он его сделал 720. На 8 часов только его обрабатывал компьютер. Программа, еще 5 часов выгрузил интернет. Очень тяжелый формат.
нет смысла, все равно это большого такого необходимости нет в таком формате. Думаю, что и так вполне достаточно. Давайте здесь направо повернем. Вот, опять мы к фантазии вышли, это мысли уже были. А ну да. Мы здесь уже были. Фантазии. Но зато посмотрели фантазию со всех сторон. Это хорошо, это радует. Давайте-ка поедем прямо и выйдем на, вот, на проспект. К Зимнему бульвару. Как раз вот. Винтер отель. Зимний отель. Вот. Здесь тоже недавно ходил пешком, снимал пешком. Давайте так проедем по этой улице. Ну, пойдем на центральную. Вот Winter Park Hotel. Новостройка. И сзади нет там синагога это. Интересно. Это улица Мезогалиева, да, кажется, бывшее название. Ладно, на этом, наверное, закончим сегодняшний рассказ. Хорошего понемножку. 18 октября, 21 год. Время около 9:30. Может быть, чуть больше. Спасибо за внимание. Приезжайте в Баку. Увидимся. Сейчас повернем еще направо, проедем до этого. Куда-нибудь, раз уж такое дело. Перекресток с улицы Азизбекова. Да, Азизбекова. И следующий перекресток уже с Толстого. И там уже торговая Низами. Светофор стоит. Красивое здание с правой стороны, да, а с левой стороны памятник мне семи. Проехали Пушкина, Толстого, проезжаем Низами, торговые. Ну и вот сверем на Хагани и все, Алис. Точно, да? Али Хагани, и там солнце уже будет бить в другом направлении. Или вам еще хочется покататься? Ладно, доедем. Вот пересекаем улицу, это проспект Бельбеля, бывший это Кирова. С правой стороны садик. 26, бывший сейчас Сахиль. Проехали вот справа, с левой стороны, это там сейчас банк Республика, там раньше был клуб 26. Ну все, пока. У меня дела, по этому делу дела. Зарабатывать деньги. Спасибо за внимание, приезжайте в Баку.